Привет всем! В этом видео я решил провести эксперимент, разъест ли Coca-Cola Light скорлупу от яйца. Мы берем Coca-Cola Light и какую-нибудь тару. Обычное куриное яйцо, магазинное, белого цвета. Кладем в баночку и заливаем колой Light. Кола пенится, приятный такой запах. Заливаем так, чтобы до конца. Оставляем яйцо в таком положении на одни сутки. Итак, прошел один день. Мы видим, что вокруг скорлупы образовались вот такие вот пузырьки. Яйцо приобрело такой своеобразный коричневый оттенок. Немножко напоминает на то, как яйца красятся на Пасху. Вот этот осадочек можно так стереть. Скорлупа пока твердая. Что ж, продолжим наш эксперимент. Кладем яичко. Кока-колу. И накрываем крышкой. Прошла неделя. Открываем банку. На поверхности образовалась своеобразная слизь. Оболочка твердая, не размякла. Белое яйцо обрело уже ярко выраженную коричневую окраску. Итак, прошло 3 недели. Открываем баночку. Видим, здесь сверху такая пленочка. Видите, как она плавает. Яйцо еще имеет твердую оболочку. То есть, если вы решили покрасить яйца на Пасху, вполне можете это сделать в Coca-Cola или в Coca-Cola Light.